Так выглядит небольшой фрагмент программы «Цирк на воде», а так проходят репетиции. Рассекая волны, на катере едет макака Лапундер по имени Васька. Ему всего 5 лет. Как говорит дрессировщик Сергей Федотов, животные в воде ведут себя непредсказуемо. Все, кроме Васи. Он что на берегу, что в воде, чувствуют себя одинаково. Работа с обезьянами, в принципе, как и со всеми животными, требует терпения, по большому счету. Как правило, обезьяны, они не любят воду. То есть контакт минимальный у них. А вот эта вот обезьянка у нас какая-то уникальная. Вася будет плыть по большому бассейну высотой почти 2 метра, который установили в цирке. Воды в нем 410 тонн. Конструкция безопасная. По ее бортикам будут ходить люди и бегать животные. Всего ожидается больше десятка видов. Дикобразы, обезьяны, попугаи, морские котики и морские львы, крокодилы и многие другие. А так проходит репетиция у попугая Лёли. У нее карьера в цирке больше 20 лет. Всего в программе 6 попугаев, 5 ар и 1 какаду. И каждому нужен свой подход. Все как с людьми, от способностей. То есть не мы не приходим и не говорим им, что делать. Они сами либо что-то могут, либо не могут. Иногда просто невозможно чему-то научить. То есть выбираем, подбираем трюк по способностям. В бассейне будут поддерживать температурный компромисс как для людей, так и для животных. В начале представления вода будет нагрета до 33 градусов, а управляется все отсюда. Это вот наше сердце программы. Такого шкафа нет ни у кого, это я знаю, это мое личное изобретение. Заданная температура, температура данная, все автоматически. Отсюда питается все. Все фонтаны, вся фильтрация, сейчас я вам ее покажу. Дальше фильтр. Фильтр объемом до 140 тонн. Вот сами эти насосы. Вот, три насоса. Такие нежные, аккуратные, маленькие, но дает огромную-огромную волну воды. Как говорят организаторы, это больше будет театральное представление. Номера связаны единой сюжетной линией и плавно перетекают из одного в другой. А проходить все будет как в воде, так и на суше. И даже в воздухе. Воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, клоуны – все это только часть того, что ждет рязанского зрителя уже в эту субботу, 20 июля. Представление перетекает из номера в номер, то есть вы не заскучаете, нет пауз. Будет интересно, интересно для всех. И для пап, и для мам, и для детей. Мы у вас первый раз. Несмотря на то, что проекту 14 лет, мы у вас первый раз, поэтому по-любому удивим. Дело в том, что цирк на воде такая, знаете, отличается от других программ именно потому, что вот он связан с водой. И тут можно много говорить. Тут по Тарковскому. На огонь и воду можно смотреть бесконечно. Поэтому приходите, посмотрите. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».